одноглазый цыган. Арвена, езжай домой, истеричка. Я уже сказал, все, кто будут нас оскорблять, везде, по любым способам мы накажем. Вообще не важно, кто будет меня хейтить, что. Ты же видишь, Тарасов меня вот тут не в свою войну влез. Я его подошел и ударил тоже. А то, что после боя был движ борца или просто была сильная ненависть? Движ борца это движ осла. Он просто сидит в ютубе пиздит. Он должен понять, за это будет спрос. Это я не знаю, он может кого-то там... А кто будет по очереди первый, второй? И в какой в нашем деле это будет противостояние? И кто первый будет все-таки? Типа из них? Да. Ну я хочу этот движ борца по кику, потом уже переключиться на ММА. А почему ты уверен в себе 5 на 5? 5 по 5? Потому что я знаю, одного из них на носилках унесут. Это будет Артем Тарасик Петушарик. А может быть? Черт, стой, черт! Сюда иди, сюда иди. Открой охрану, здесь спортсмен. Да ты улетишь у меня сразу, на лопатках окажешься, блядь. Я хочу летать, нравится летать, сюда иди. Ты на лопатках окажешься, сюда иди. Охрана, пропустите его. Сюда иди. Тарасов, это Тарасов, не Тарасов, я Артем Николаевич. Я тебя переследую. Это я не мой добрый брат. Я тебя везде буду отпиздить. Да, давай. Реально, я тебе сказал. Дамы и господа, каждое слово. Попробуй. Ты уже отпиздил, только что ты ничего не смог сделать. Артем, а как, привет, как считаешь, почему он себя так ведет, почему он тебя называет петухом? Ну, потому что он необразованный человек, который, на самом деле, он очень образованный человек, который имеет большое количество образований, и он знает, как себя вести на публику. Но я для себя понял, что он интригант, и, как я уже сказал, с тобой. Вот, потому что он врет одним, врет другим, придумывает нелепости. Та же ситуация, что с Анатолием Сульяновым, но такого не было. Я говорю, Бог свидетель этому. А он так везде ходит и говорит, такого было, не было такого. А он тебя сейчас с ноги ударил в живот? Я ему ничего не сделал, я что-то там пытался сделать, ничего не получилось. Я ему зарядил слева нормально. Я ему на хардкоре зарядил, сейчас зарядил и буду заряжать всегда. А как думаешь, будет у вас еще один бой, вам дадут его? Честно говоря, учитывая то, какой он сливальщик и то, что как он бегает от боев, мне кажется, что вот это все было очередное шоу, показуха, чтобы себя дороже продать на другие бои, но не на бой про ММА. Вот он тебя раздражает или нет? Или понимаешь, что это просто страшно? Меня он раздражает. Меня раздражает, потому что он лицемер. Я не люблю лицемеров. Я привык говорить прямо. Скажи прямо, я там не вышел так и так-то, потому что я не готов к ММА. Придумай тысячу отмаз, тысячу всего. Но в итоге мы видим результат. Он уже несколько раз сливается с боя по ММА. Все. А кто тебя больше раздражает, он или его брат? Ну, с персом я общаюсь нормально, как бы. Но такая то, потому что он все самое плохое, что есть здесь.